обманывают, клубника нету. Да, якобы это с клубникой, но там, походу, делают перец. А потом такой бум, сделаешь еще, и они испугаются. А я бум! Бум, шакалакалака, бум, сеньорита! Всем здорово, с вами Эдгар и Эзвин, и вы на канале Мысли от Геймерса. И сегодня мы будем с Эдвином пробовать вот такие вот штуки. Сейчас мама у нас заснимет. Это конфеты, нам их прислали из Португалии. Это будет челлендж, конфеты называются Finisaur Pencils, что-то, короче, это непонятное название, со вкусом клубники. И тут почему-то вот эти чувачки на рисунке громко кричат. Что-то там стопудово не так. Обманывают, клубника нету. Да, якобы это с клубникой, но там, походу, дело перец. И мы с Эдвином любим пробовать всякие непонятные вкусняшки. Да, кислота, там еще что-нибудь. Чтобы мусора не было. Так. Смотрите, палочки. А пахнут хорошо. Ну, клубника, кстати. Вкусно. Ну что, давай чокнемся. Это, наверное, сверху самые вкусные штуки, так что давай не будем сыпать. Давай, что, сразу много, либо чуть-чуть попробуем? Нет, сперва чуть-чуть, потому что... Я бы сейчас хотел закричать, но тут ничего не происходит. И сказать ничего не могу. Я вообще не понял, почему на рисунке чуваки кричат. Вкусные конфеты. Да? Очень вкусные конфеты. А что у них не так-то? Почему? Чё с вами? Они, похоже, слишком много кислого съели, у них зуба осталась, откусили. Нет, тут на этот написано шок. Шок вкусноты. Мне нравится. Ну тут, опа, показано, что у них язык трещит. Если только как шипучки какие-то должны были быть. Но и не шипит. Может, языком что-то не так? Нет, думаю, с языком все так, а конфеты просто вкусные. Короче, эпический облом называется. Да? Да. Или, может быть, через минут 10 что-то должно произойти. Ну, пока что вкус мне идет. Ничего не происходит? Не, пока пахнет вкусом клубники. И все. Может, мы палочку не ту взяли, что ли? Ну-ка. А может, какая-нибудь из них какая-нибудь? Какая-нибудь одна, что ли? Да. Я сейчас все конфеты съем.
Я сейчас лопну. Я все попробовал. Ничего нет такого, наклеек что-нибудь. Павел, попробуй выцепить. Короче, жесткое кидалово называется, да? Вообще, вот смотрите, вот. Вот напишите нам, пожалуйста, в комментариях, чего эти чуваки так прям глаза у них покраснели, смотрите. Когда вены лопаются в глазах, это вы или лимонную кислоту, или какой-то перец чили. Они просто тут прям жестко в шоке. Но мне лично просто вкусно, да? Кстати, вообще сами по себе очень вкусные штуки. Можно с собой брать вон в школу Эдвина. Да, кстати. И на переменке кушать. И просто в дорогу. Да вкусная штука. Да, так что... Эпический облом! Вот так вот тоже бывает. Вот так на сайт зайдешь, закажешь. И обломчик, блин, хотел друзей рассмешить. И не получилось, да? Да. Ну, сам если ты... только они поржут над тобой, типа, о, братуха, да, очень-очень. А потом такой, бум, сделаешь еще, и они испугаются. Да. А я бум. Бум, шакалакалака, бум, сеньорита. Надо, знаешь, что сделать? Просто сюда перца добавить самим. Чисто, да? Если что-то не так, вы заказали... Лайфхак, подожди, лайфхак. О, короче, вообще не хочу. Если вы вдруг заказали, сначала, я думаю, нужно обязательно попробовать. Если обломали вас конфетами, и там нету никакого шока, эпика, то туда просто перца фигарите или лимонной кислоты. И все, и потом даете пробовать, и будет все ништяк. Да, да? Только пару себе штук. Или чили этот, специальный перец заказать в порошковом виде и да, посыпать. Любую конфету, вот вам и эпический процесс. Ну все, на этом, наверное, все. Да, так что всем пока, с вами будет. Батя, увидимся. И канал. Быстренько так, нас.
Thank you.